признайся, ты был не прав. Твоя любовь, она похожа на яд. Твои глаза, за ними лишь пустота. И в тишине я схожу с ума. Ты не любил, признайся, ведь не любил. Судьба твоя, она похожа на дым. Слова жестокие, как спину ножи. Я умоляю, не надо лжи. Потерян мир, если нету души. Собьюсь меня, уходи. Зачем звонил, зачем дарил мне цветы? Не обещай, не говори мне прости. Ты был неправ, последний шанс потерял, когда устроил скандал. Зачем весна, зачем нужна мне весна? Приносит боль и убивает меня. Я в старый дом твой никогда не вернусь. Но в это верю, сама боюсь. Потерян мир, если нету в душе любви. Собудь меня, уходи. Ты был неправ. Ты был неправ. И в тишине я схожу с ума. Ты был не прав. Ты был не прав. Признайся, ты был не прав. Друзья, мы приветствуем всех на телеканале «Беларусь 4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». На календаре прекрасный день, прекрасный вечер 28 марта. Ну а у нас в студии в прямом эфире очаровательные гости, новое приятное знакомство. Сегодня у нас в гостях композитор, член Белорусского союза композиторов, блогер, писательница, лауреат международных конкурсов, преподаватель колледжа искусств имени Соколовского Екатерина Левченко. Катюш, привет! Всем добрый вечер. Микрофонная стоечка нам, наверное, не понадобится в ближайшее время, хотя песен у нас сегодня и музыки будет предостаточно. Прошу, присаживайся, располагайся. Поверь, я волнуюсь не меньше, тем более после того, что наш вечер начался с песни «Ты был неправ». Я думаю, что вся мужская половина человечества, которая смотрела наш эфир, где-то в какой-то степени восприняла это и в свой адрес. Расскажи про историю этой песни. Это была одна из самых первых песен, после которой, собственно, и началось мое сочинительство. Она была написана очень давно, и написана она была наспор. Да ладно? Да. Была такая фраза: «Да какой ты композитор? Ах, я какой композитор?» Окей, об этом поговорим, но не сразу, у нас для этого целый час времени. Я напомню, друзья, что мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните к нам в студию, пишите к нам в Viber, задавайте ваши вопросы нашей сегодняшней гости. Надеюсь, что вопросов, да я не надеюсь, я знаю, что вопросов будет очень много. Кать, вот... Если у меня верная информация, ты крайне редко соглашаешься на интервью, тем более прийти на прямой эфир на телевидении. В сети, в информации про тебя информации не так уж и много. Почему? Ну, я бы сказала, тут два решающих фактора. Во-первых, всего хорошего должно быть понемножку, чтобы это больше ценилось. А во-вторых, популярность, она... имеет обратную сторону медали, и не всегда хочется, чтобы тебя узнавали на улице, потому что и актеры, и музыканты, и певцы — это такие же люди, которые тоже хотят просто сходить в магазин, просто съездить на море и просто отдохнуть. И не всегда хочется вот очень активного внимания к себе. Я согласен с этим, но когда ты выбирала профессию, даже, наверное, не профессию, а вот это вот стиль жизни, образ жизни, род занятий, быть и певицей, и композитором, я думаю, что где-то подозревала, что тебя ожидает через 5, через 10 лет. Ну, знаете, иногда обстоятельства так складываются, что жизнь тебя сама приводит к тому, что сегодня, на сегодняшний день ты выходишь на люди, активно вещаешь. И, наверное, больше связано с моей преподавательской деятельностью,
потому что у меня очень много студентов, и изначально все началось с того, что я записывала маленькие эфиры для своих студентов, вот, и постепенно соцсети всех нас затягивают. Объединяют. И объединяют. То, что касается, вот ты обронила фразу, куда жизнь приведет. Вот то, что некоторые факты о твоей творческой биографии, что мне удалось разыскать. Лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель гранд-премии специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, музыковед, автор многочисленных книг, преподаватель, член Белорусского союза композиторов. И при всем при этом еще и талантливая и красавица. Расскажи, как все это может сочетаться? Как на это на все хватает? Ой, знаете, так очень хорошо все сочетается. Главный фокус в том, чтобы найти баланс. Найти баланс между работой и семьей, между отдыхом и работой. Если правильно дозировать, то все быстро успевается, получается. И, в принципе, у меня никогда не было сложностей совмещать разные виды деятельности. Творческие люди очень часто совмещают разную свою работу, и писательство, и сочинительство, и концерты, и работу с учениками. Оно очень взаимосвязано, и одно другое дополняет и помогает дальше развиваться. Я думаю, что любого человека однажды интересует вопрос. Ну да, все мы прекрасно знаем, что композитор крайне творческий человек. Пишет музыку, пишет хиты, пишет шлягеры, постоянно в каком-то творческом поиске. А вот из чего складывается? Но все мы люди, у нас 24 часа в сутках, к сожалению или к счастью. Вот из чего складывается рабочий день композитора Левченко? Рабочий день начинается в 6 утра. Так рано? Да. Если так коротко о главном, в 6 утра подъем, душ, зарядка, завтрак. Быстренько-быстренько, к 8 часам уже я должна быть в колледже. У меня идут занятия со студентами. Это не всегда работа, связанная именно с сочинительством, хотя у меня есть молодые композиторы, ребята, которые только начинают сочинять, я с ними работаю. Вечером, когда рабочий день в колледже закончен, я прихожу домой. Естественно, тоже есть какие-то бытовые свои дела. И если это будний день, то вечером я могу выделить пару часов именно на свое творчество. Ну и, конечно, если это отпуск или выходные дни, то это уже можно посвятить весь день, или неделю, или месяц. Уже погрузиться полностью в творчество, ни на что не отвлекаться. Так что все равно приходится совмещать. Ну, именно все равно мое мнение, может быть, оно неверное, но у композиторов разве отпуска бывают? Например, неужели ты тоже вот можешь отстраниться от всех этих творческих идей, каких-то творческих вдохновительных моментов и просто отключить опцию композитора, и вот все, я на отдыхе, не трогайте меня, никакие даже самые творческие мысли? Ну, иногда такое бывает, да, это возможно. Чтобы все и всех отключить, в принципе, это реально. Но не надо забывать о том, что композитор — это не изолированная, так сказать, единица. Все равно нужно общаться с исполнителями, с другими музыкантами. И так или иначе, это общение с людьми. Потому что творческий человек не может все время долго находиться в одиночестве, в изоляции. Обязательно нужно чередовать активную работу, так сказать, наедине с собой и активное общение с социумом. Если уходить в какую-то крайность, то становится скучно и, ну, не то. Получится немножко не то, что планировалось изначально. Да. В плане музыки, в плане подачи нового материала. Да. Друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашего телефона на ваших экранах. Не стесняйтесь, звоните к нам в студию. Я думаю, что у вас тоже скоро появятся вопросы к нашей сегодняшней гости. Напомню, в гостях у меня сегодня композитор Екатерина Левченко. Ну а также не забывайте, что наш Вайбер уже готов принимать ваши послания. Пишите, спрашивайте, говорите, рекомендуйте, советуйте, высказывайте ваше мнение. Ваша точка зрения крайне важна для нас. Давайте, друзья, общаться. Кать, а вот
ну, у каждого человека творческого есть какой-то трамплин, с которого все началось. Вот ты как композитор, если можно так выразиться, когда начался твой вот этот вот композиторский процесс, когда ты поняла, что ты способна писать музыку, или вообще когда произошел тот момент, когда ты поняла, что ты написала первую музыку? Поняла вопрос. Естественно, я не начала сразу сочинять. Вся моя музыкальная история началась в детстве. С 4 лет меня отдали в музыкальную школу. Я училась играть на фортепиано. Это мой был первый инструмент и самый любимый до сегодняшнего дня. Наше первое занятие — это было именно изучение игры на фортепиано и пение в хоре. После этого я продолжала свое образование. Любой композитор сначала изучает чужую музыку, а уже только потом начинает сочинять свою. Как у нас говорят, нужно накопить слуховой опыт. Кстати, в музыкальную профессию кто отвел? Насколько я знаю, твой отец военный. Да. Ну и родители, в принципе, как-то к музыке... Не музыканты. Абсолютно нет, не имеют абсолютно. Никакого отношения. А музыкальную кто? Школу меня отвела мамина двоюродная сестра. Она играла на скрипке. То есть даже родители тут ни при чем? Вообще ни при чем. Они даже не знали долго, что я ходила в музыкальную школу. Вот. А непосредственно сочинять я начала уже после того, как закончила колледж. Я пошла работать. Самое мое первое творчество было связано с созданием вокального ансамбля «Медианта» в городе Добруш. Вместе с другими молодыми специалистами мы создали ансамбль. Сначала делали переложения, аранжировки, пели джазовую музыку, и постепенно я начала сочинять что-то свое. Вот. У нас было очень много концертов, выступлений, мы ездили на разные конкурсы. Это было увлекательное время для меня. После этого я поступила учиться сначала в Петербург, университет культуры. Там я брала факультативные занятия, и уже после этого я решила продолжить именно вот композиторскую деятельность и заканчивала консерваторию в Нижнем Новгороде уже на композиторском отделении. Потому что путь мой был тернист. Очень долго выбирала эту профессию, не сразу к ней пришла. Ну а если так вот разобраться, кто кого нашел, ты профессию или профессия тебя? Наверное, в принципе, профессия меня сама нашла. Когда я поступала в консерваторию, у меня уже за плечами был довольно большой опыт композиторский. Были лауреатские награды с различных конкурсов. И, ну, можно сказать, консерватория не задавала мне вопросов. Они были рады, что я к ним пришла. Хорошо. А вот это вот, возвращаясь к первой композиции с таким провокационным названием «Ты был неправ». Вот. Не эта ли мелодия стала первой, которая написана «Наспор»? Это она, да. То есть с этого все и началось, да? Да. Вопрос, ну, наверное, тебе часто приходилось слышать, что, мол, ну, композитор — это как-то мужская вроде бы как профессия, а тут барышня, девушка и композитор. Вот, признайся честно, сталкивалась с таким? Самый первый раз, когда я услышала вот подобное высказывание, это было высказывание от маленьких детей. Я иногда делаю выездные концерты. Что композитор — это должен быть дяденька. Да. Я иногда делаю выездные концерты в музыкальную школу. Мы делаем такие творческие встречи с композитором для маленьких детей. Специально подбираем программу интересную. Вот. И дети говорят, что композитор — это старый бородатый дядя, портрет которого висит вон там в музыкальной школе на стене, и обязательно он уже умер. А как это так? Живой композитор, да еще и тетя. Это, конечно, было очень забавно первое время. Что ты на это отвечаешь? Ну, ничего, я только улыбаюсь. На самом деле, в музыкальных школах проходят композиторов мужчин, зарубежных, русских, белорусских, современных авторов. И, конечно, большинство композиторов — это мужчины. Но я думаю, что это связано, наверное, с социальным положением женщин, в принципе, в христианских странах, потому что прямое назначение женщины, как многие считают, это семья, домашний очаг. Вот, поэтому многие женщины, которые занимались музыкой и были композиторами, они большую часть жизни отдавали все-таки заботам о семье, а уже во вторую очередь занимались творчеством. Вот. Ну и у мужчин больше возможностей, скажем так, свободно передвигаться в социуме, они не уходят в декретный отпуск. Вот, например, ну, когда я ушла в декретный отпуск, у меня есть сын,
Естественно, на 3 года я просто выпала из этой жизни, и 3 года я практически ничего не сочиняла. То есть оно ничего не сочинялось, или из-за самого главного, который появился в жизни, уже просто не было времени? Самый главный человек — это был, естественно, малыш. Вот, поэтому... Хорошо. И надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Все-таки сегодня ты тоже часто ездишь. Я предлагаю перейти на «ты», так будет как-то гармоничнее. Хорошо. Сегодня тоже и различные встречи композиторы, и различные форумы, различные семинары, какие-то фестивали. Вот как современные твои коллеги по композиторскому цеху к тебе относятся? Ну, в целом, я бы сказала, что... Воспринимают на равных или все-таки... Девчонка-композитор. Нет, на самом деле у нас сейчас среди современных композиторов очень много девушек, женщин. И, я бы сказала, это пережиток прошлого, вот это мнение, что мужчина-композитор. Сейчас очень много различных семинаров, форумов. Допустим, с 9 апреля, кстати, в Молодечно будет проходить форум молодых композиторов и музыковедов. И вот 2 мои ученицы едут туда обучаться, так скажем, на курсы. Вот, приедут ребята со всей Беларуси, и будет очень много композиторов-преподавателей из зарубежных стран, которые приезжают специально, чтобы обучать детей современному искусству. Будут рассказывать все новинки композиторские, будут лекции, мастер-классы. Вот. А в композиторском искусстве тоже есть какие-то новинки, какие-то лайфхаки, как можно модно сейчас говорить? Да, все это есть. Кстати, в наш вайбер уже начинают поступать сообщения. Екатерина, вы прекрасно, пришло сообщение от Игоря. Спасибо. Равно как и погода сегодня прекрасная. Друзья, я думаю, что все оценили, какой сегодня был прекрасный солнечный день. А некоторые издания, например, «Комсомольская правда», уже успели разместить некоторые фотографии. Мы подготовили для вас небольшой блок наших прекрасных гомельских видов, снятых с высоты птичьего полета, скажем так, только-только-только из-под снега. Давайте посмотрим. Погода сегодня на самом деле была шикарная и великолепная. Да, сегодня прекрасно. Тепло, солнечко. Катюш, вот скажи, такая погода, вот когда вот только-только все просыпается от зимы, от снега, скоро почки начнут распускаться. Творчество, на творчество как это влияет? Очень положительное. Творчество начинается точно так же, как и весна. Распускается зелень, хочется дышать, гулять. И, в принципе, когда больше бываешь на свежем воздухе и получаешь больше солнечного света, больше витамина, больше, больше позитивных настроений, и происходит какое-то движение, естественно. В Гомеле есть у тебя какая-то твоя любимая улица, любимое место, любимый район, сквер? В Гомеле любимое место — это, конечно, наш парк. Безусловно. Это самое любимое место. Вот. Еще мне нравится, в Нобелевском районе есть небольшое озеро, и рядом с ним находится церковь Александра Невского, если не ошибаюсь. Совершенно верно. Да, вот этот район мне еще нравится, там очень красиво. У меня в руках пригласительный билет на 2 персоны. Билет, который приглашает на выставку фотографий Сергея Плыткевича «Планета Беларусь». Эта выставка проходит в эти дни по адресу Гомеля, улица Пушкина, 32, в Музее истории города Гомеля, который все мы знаем как охотничий домик. Но этот билет я просто так вам не отдам. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Сейчас вы увидите картинку. Внимательно посмотрите на экран и скажите, на пересечении каких улиц в Гомеле расположены эти здания. И что же раньше, в старину, когда фотографии были черно-белыми, располагалось в этих зданиях? Я попрошу режиссера еще раз показать нам эту фотографию. Посмотрите на нее внимательно, и я за это время повторю вопрос. Посмотрите внимательно на экран и скажите, на пересечении каких улиц в Гомеле расположены эти здания. Катюш, если узнала, то молчи. И что же раньше располагалось на первых этажах в этих зданиях? Всем желаю удачи и напомню, что варианты на мой вопрос, варианты ваших ответов принимаются только по телефону, в прямой эфир, в студию. Звоните, давайте будем общаться, разговаривать. Нам важны ваши эмоции. Я вижу в эфире уже несколько вопросов. Если можно, я могу ответить. Есть у нас телефонный звонок. Давайте послушаем, кто же к нам дозвонился. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
ой, плохо очень так слышно. А вы подальше от телевизора отойдите, и все будет хорошо. Алло, алло. Катюше хочу передать огромный-огромный привет. Я знаю, что она очень готовилась к этому эфиру, очень волновалась. Спасибо. Алло. Алло, алло. Алло, 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 алло. Да, слушаем вас. Я хочу сказать огромное спасибо Катюше за то, что... Я знаю, что она очень готовилась к этому эфиру, очень волновалась. Спасибо. Алло, вы с нами на связи? Ну, видимо, уже нет, не на связи. Ну, может, еще дозвонится. Окей, хорошо, друзья, мы в прямом эфире по-прежнему, поэтому не забывайте звонить к нам, передавайте приветы, задавайте ваши вопросы, присоединяйтесь к нашей беседе, делитесь вашими настроениями. Кать, а вот композитор, он в принципе способен написать любую музыку или все-таки композитор каждый, он специализируется на каком-то отдельном жанре? Ну, знаете, это вопрос такой же, как если бы я спросила, каждый ли повар сможет сделать какое-то изысканное блюдо или нет. Это зависит от степени обученности, скажем так, насколько прокачан композитор. В принципе, хороший композитор должен уметь написать любую музыку, и симфоническую, и эстрадную, для любого состава, и электронную, и для фильма. Но часто складывается так, что композиторы акцентируют внимание на чем-то одном, либо такими периодами, допустим, несколько лет занимается только киномузыкой и потом переходит, допустим, в другой жанр. То есть в основном авторы занимаются тем, что им интересно. Вот. Есть авторы-песенники, например. Хорошо, тебе на данном этапе, в данный период твоей творческой деятельности, какая музыка наиболее симпатична? Ну, на данный момент мне интересна инструментальная музыка. И симфоническая в том числе. Ну вот, насколько мне известно, ты пишешь еще и музыку для хора. Да. Есть такое, да? Да, конечно. Расскажи немного об этом направлении. Ну, поскольку, в принципе, вокальная и хоровая музыка — это, ну, я считаю, что мой конек, и это моя сильная сторона. Это не я сказала, это сказали критики музыкальные. Ну, что сказать про хоровую музыку? Все, что связано с голосом, оно быстрее доходит до слушателя в плане того, что эмоциональное восприятие легче сделать. Угу. Как это выразится? Инструментальная музыка не так впечатляет и не так трогает сердца людей, как вокальная. Вот мне так кажется. Наверное, поэтому... песни То есть и здесь хоры, на композитора ложится еще огромная ответственность, чтобы... Ну, скажем так, не прогадать с этой музыкой, чтобы попасть прямо в точку? Конечно. Для чего музыка пишется? Я предлагаю посмотреть фрагмент выступления хорового коллектива, который исполняет именно твою музыку. Если не ошибаюсь, это хор Белорусской государственной академии музыки, произведение... Ой, рана на Ивана. Ой, рана на Ивана. Да, друзья, давайте посмотрим. Ой, рана, Ивана, ой, рана.
Друзья, мы по-прежнему в прямом эфире. Это телеканал «Беларусь 4», программа «Добрый вечер». Гумерь, в гостях у меня прекрасная девушка-композитор Екатерина Левченко. Говорим мы сегодня о творчестве и не только. Ну и кому-то из вас сегодня еще достанется пригласительный билет. Я попрошу режиссера показать еще раз картинку, а я за это время напомню вопрос. Итак, вопрос у меня следующий. Посмотрите внимательно на экран. Вы сейчас увидите фотографию нашего старого прекрасного города Гомеля. Вопрос следующий. На пересечении каких улиц расположены эти здания? И скажите, вспомните ли вы, что в тот период времени в этих зданиях располагалось? Какие магазины там были на первом этаже? Звоните к нам в студию, давайте общаться, предлагайте ваши варианты ответов. Будем вспоминать наш прекрасный, любимый город. Ну и кому-то из вас сегодня достанется этот пригласительный билет на выставку, которая проходит в Музее истории города Гомеля. Все мы его знаем как охотничий домик, так что ждем ваши звонки. Катюш, ну вот эпоха интернета, эпоха блогеров. Я знаю, что ты также ведешь активную жизнь и в соцсетях. Да. Композиторы часто прибегают к этим вот новомодным стилям жизни, скажем так. Ну, раз появляется что-то новое, что-то интересное, и люди идут туда, естественно, композиторы тоже должны идти туда, где люди находятся. Хорошо, но я периодически просматриваю там каналы некоторых блогеров, кто-то делится лайфхаками, кто-то там делится какими-то кулинарными штуками, кто-то бытовыми и хозяйственными моментами. О чем блог у композитора? Ну, допустим, у меня блоги поделены на несколько, ну, скажем так, рубрик. Первая рубрика — это непосредственно моя музыка, мое творчество. То есть я выкладываю записи своих выступлений, и, допустим, могу поделиться музыкой, которую мне присылают другие люди из других стран, а мы вот спели или сыграли ваше произведение, присылают, очень приятно. Вот. Другая рубрика — это обучение. Я веду уроки теории музыки и уроки композиции. Иногда делаю онлайн-курсы для композиторов. Например, в январе у меня был курс для композиторов-бардов. Мы учились сочинять песни, улучшать свое творчество. Вот, иногда я делаю такие вещи. Ну и, конечно, рассказываю какие-то истории и жизненные ситуации, которые происходят с музыкантами в музыкальной среде. Вот, например, в прошлом году мы закрыли блог. Он назывался «Дневник музыканта». Блог велся в течение года, люди задавали вопросы, и в живом онлайн-режиме мы создавали этот блог вместе с моими подписчиками, с читателями. И в конце года мы выбрали самые интересные посты, статьи, вопросы, и была издана книга. Книга называется «О творчестве из первых рук». Вот, к сожалению, сегодня у меня ее с собой нету, но она есть в интернете. Послушай, а давай сегодня блог перенесем, какую-то часть блога перенесем сюда, к нам в прямой эфир, в «Добрый вечер, Гомель». Вот всегда было интересно, как создается музыка, как происходит даже не творческая, а физическая сторона этого процесса. Очень сложный вопрос, но в принципе возможно. Мы можем прямо сейчас в эфире показать? Можем. Я бы хотел, да. Ты знаешь, даже и поучаствовать в этом деле. Тоже вот сколько раз я не смотрел на эти разлинейные листы, где там на линейках пишут какие-то букашечки, мурашечки какие-то. Для меня это таинственная тайна. Давай приоткроем хотя бы для меня этот занавес. Расскажи, как создается музыка. И покажи. Самый популярный жанр в наше время — это, конечно, песня. Песни бывают разных жанров, разных стилей, направлений. Ну, допустим, если нужно очень быстро сочинить песню, значит, что мы берем? Мы берем или фортепиано, или гитару. Самая любимая у всех гамма — это ля минор. Все знают. Да? Это вот яркий пример. Ля минор — это что? Например, какая песня? Ля минор — это любая песня. Какая прелесть. Тональностей очень много, и есть в которых меньше диезов и бемолей, и она, допустим, очень удобная для гитар. Я понял, гитаристы хорошо. Гитаристы учат первые четыре аккорда в ля миноре. Ля, ре, ми, там, три. Вот хорошо, если берем любую песню, какую возьмем на сегодня?
Мой родный кут. Или сложно. В траве сидел кузнечик? В траве сидел кузнечик. Окей, хорошо, в траве сидел кузнечик. Вот если изобразить на... Вот про эти листочки я говорил, что для меня это таинственная тайна и загадка. Вот. И когда на них что-то появляется, какие-то появляются строчечки, Катюш, я надеюсь, ты приоткроешь мне тайну, как же это работает. Могу два варианта показать. Либо мы возьмем песню, и я вам расскажу, как она сделана. Хорошо, либо мы давай. Возьмем, как с нуля, в принципе, можно песню сделать. Или можем оба варианта взять. Давай какой-то один вариант рассмотрим. Я думаю, тот. Мне, как для человека абсолютно непросвещенного в этих вопросах, будет интересно. Для того, чтобы сочинить музыку, надо понимать, из чего она состоит. То есть разобрать ее на составляющие элементы. У нас есть гамма, тональность. То есть это те звуки, которые участвуют в создании песни. Ну, в ля миноре, допустим, 7 нот. 7 нот. Я думал всегда, что в принципе в музыке 7 нот. И есть же такая поговорка, что нот 7, а петь хочется всем. У нас в любой гамме, в любой тональности есть главные трезвучия и побочные трезвучия. Три главных аккорда у нас над первой, от четвертой и от пятой ноты. То есть от ля, от ре и от ми. Если мы берем трезвучие от этих трех нот, то мы получаем очень большие варианты, из которых сделаны практически 90% современных попсовых песен. Ага. Да. Ну, если так, коротенько. А вот я знаю, что даже в музыкальной сфере, в сфере написания музыки, в сфере композиторства, ты тоже, твоему, тебе принадлежат изобретения некоторых музыкальных лайфхаков. Это так? Ну, можно сказать, да. Вот расскажи подробнее. Как раз вот на мастер-классе, который я проводила в январе, у меня были очень хорошие ученики. И мы с ними проанализировали около, не знаю, около 50 современных песен, эстрадных, именно эстрадных, не классика, никакой не джаз, просто эстрадные обычные песни, которые сейчас очень популярны. И мы выявили некоторую формулу, нашли самые часто употребляемые цепочки аккордов. И многие музыканты знают, что такое квадрат. Это 4 аккорда, база. И используя вот такую простую схемку, раз, два, три, четыре. Берем 4 аккорда. Любой из... Ну, первый тоника у нас обычно, второй аккорд. Или шестая, или субдоминанта, или третья. Третий аккорд, субдоминанта, или шестая. И четвертый аккорд, или доминанта, или трезвучие 7-й ступени. Можно их варьировать любым способом. Самое первое, что мы делаем, это мы сочиняем квадрат из 4 аккордов. Играем их на пианино или на гитаре, и потом сверху пробуем импровизировать мелодию голосом. То есть ты играешь что-то и импровизируешь, и тогда получается музыка. Если мы сочиняем мелодию, то там есть тоже много вариантов. Есть такое понятие фразировка. Фразы могут быть одинаковые по длине и разные по длине. Ну, допустим, короткие и длинные фразы. Если мы чередуем фразы, допустим, идет короткая, короткая, потом длинная, то эта структура очень хороша для начала песни. Это то же самое, как будто вы разговариваете. Та-та-там, та-та-там, та-та-та-ра-та-та-ра-та-там. А это уже стихотворение мы рассказываем кому-то. Ну, музыка, стихи — это практически едино. Я бы, наверное, сюда добавил еще и танцы. Ну, танцы, в принципе, да. Вот все дело в том, что я честно пытался вникнуть в структуру, из чего же состоит музыка, но я, друзья, поймал себя на мысли, что можно я останусь благодарным слушателем. Самое главное три элемента — это мелодия, гармония и ритм. То есть я так понимаю, что вот, знаешь, есть такое шутливое понятие, что закончил 3-недельные курсы композиторов. То есть в реальной жизни такого нету, да? Есть. Я веду такие курсы. И серьезно? В самом деле есть результаты. Да. Есть результаты. Ребята учатся сочинять свои песни. Кто-то с нуля, кто-то с минимальным знанием вообще теории музыки.
Я считаю, что главное поставить цель. Чего ты хочешь добиться? Можно 7 лет ходить в музыкальную школу и никак не использовать свои знания. А можно сходить на 3-недельные курсы и сделать песню за месяц. Ну, например, то есть так. Здесь талант может раскрыться просто... Конечно. И не угадаешь. Можешь всю жизнь кому-то что-то доказывать, так и ничего толкового не написать. А как удивительно. Я считаю, что надо каждый раз пробовать что-то новое. Еще бывает, не всегда педагог находит общий язык со своим учеником. Тоже важный момент. Бывало у тебя такое, что с педагогами никак не шло? Ну, конечно, конечно. Есть преподаватели, у которых другой взгляд на искусство, другой взгляд на музыку, и стиль преподавания, ну, как скажем так, авторитарный. Настоящий педагог должен находить индивидуальный подход к каждому ученику, насколько это возможно. Преподавание композиции — это у нас индивидуальные уроки. Кстати, в нашем колледже композицию проходят на эстрадном отделении и на теории музыки. Ну, вот, в колледже поэтому Соколовского ты сейчас, я так понимаю, тоже обучаешь, готовишь будущих композиторов, да, которые, возможно, напишут будущие хиты. Да. Ну, около 10 человек у меня в этом году учатся. Расскажи, много ли талантов? Практически каждый год хотя бы 1-2 человека, таких очень ярких, у нас всегда есть. Кто-то приходит и раскрывается сразу, кто-то постепенно. Некоторые ученики, допустим, уже только после колледжа вспоминают о том, что у них был такой предмет композиции, и начинают сочинять позже, но вспоминают то, что им было вложено в голову, и ну, хотя бы знают направление, как обучаться дальше самим, на что обращать внимание. Ну, хорошо. А после того, как ребята заканчивают колледж искусств имени Соколовского, с кем-то остаются творческие связи? Конечно. Однозначно остаются. Очень много моих учеников сейчас продолжают свою деятельность именно в сфере музыки. Например, у нас Катя Егорова. Мы с ней пересекались в ансамбле «Медианта» в Добруше. Она сейчас уехала в Петербург, строит карьеру певицы. И еще у нас есть девочка Катя Мадатова. Она отучилась в Минске, уже закончила консерваторию. У нее своя вокальная студия. Она и пишет песни в том числе, и занимается с детьми. У нее вокальная студия. Ну, наверное, самый яркий ученик-композитор — это Саша Кустов. Он сейчас работает в оперном театре и учится в консерватории, студент. Вот, так что, не знаю, я горжусь своими учениками, ребятами, с которыми мы так или иначе как-то пересекались по творчеству. Мы дружим, общаемся, помогаем друг другу. Катюш, а у тебя у самой есть, ну, наверное, не кумиры, а, скажем так, те люди, которых ты считаешь эталоном в своей сфере деятельности, твои учителя, твои наставники? Кумиров у меня нет. Если прямо так вот слово «кумир», не сотвори кумира себе. Да-да-да-да, я сначала сказал, об этом подумал. Есть люди, которые сыграли определенную роль в моей жизни и творчестве. Мои самые главные учителя — это учителя-композиторы, профессоры. Училась я в России. Первый мой преподаватель был это Биберган Вадим Давидович, и второй преподаватель — Гецлев Борис Семенович. Вот я считаю, что это два человека, которые сделали из меня настоящего композитора. Вот. Как звучала вторая часть вопроса? Ладно, люди, на которых можно равняться, да. Ну, естественно, я наблюдаю за творчеством своих современников, за творчеством других композиторов. Ну, допустим, мне нравится, как работает Илья Демуцкий в Петербурге и Илья Низамов в Казани. Очень самые яркие личности на сегодняшний день, вот именно среди молодежи. Ну, конечно, появляются новые имена, новые звезды. Наблюдаю за европейскими, за американскими композиторами. Очень нравится, допустим, музыка к саундтрекам. Вот такие вещи. Я предлагаю сейчас сделать еще одну музыкальную паузу. Следующий номер называется «На восток». Это вот как раз возвращаясь к написанию инструментальной музыки.
Давай посмотрим, потом продолжим нашу беседу в прямом эфире. Друзья, напомню, мы по-прежнему в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер, Гомель», четверг. И это значит, что сегодня у нас студия превращается в музыкальную гостиную. В гостях у меня сегодня композитор Екатерина Левченко. Говорим мы не только о том, насколько прекрасна современная музыка и насколько она разнообразна, но также до рекламы изучали то, как же создается и пишется музыкальная композиция, из чего я сделал вывод, что я лучше останусь благодарным слушателем. Катюш, пришло время зачитать некоторые смс, которые пришли к нам на программу в твой адрес. Екатерина, чем вы любите заниматься в свободное время, интересуется наша зрительница Дарья. В свободное время я рисую картины. Да ладно, ты еще и художник. Любитель. Что в основном пишешь? Городская живопись. Архитектура. Разные города. А, я хотел спросить уже, Я люблю срисовывать. Я беру какую-то фотографию и переношу это на холст. Акриловые краски.
Какие-то здания, объекты улицы Гомеля стали объектом твоего внимания? Здания гомельские? Охотничий домик. Да ладно? Да. Там очень красивая лесенка на входе. Вот какое совпадение. Сегодня вот зря, что никто еще к нам в студию не дозвонился и не хочет забрать пригласительный билет на прекрасную выставку «Планета Беларусь» на двух человек. Ваша главная задача — дозвониться к нам в студию и ответить на вопрос, какое же здание мы вам периодически показываем в эфире, какие здания изображены на фотографии, где они находятся и что же в старину располагалось в этих зданиях. Я попрошу режиссера еще раз дать этот слайд, показать эту фотографию. Друзья, посмотрите внимательно и узнайте уже наконец, что за улица, где эта улица, где этот дом. Город Гомель, все больше подсказок вам не даю. Звоните к нам в студию, и, возможно, именно вы станете обладателем этого пригласительного билета, на котором, кстати, тоже вот охотничий домик изображен. Дальше перехожу к вопросам. Екатерина, в каком возрасте вы начали петь, спрашивает Анна. Ну, музыку написала в 4 года. В принципе, года. Вот как начала разговаривать, в таком же возрасте и начала петь. У нас даже были на бобинах записаны какие-то песни, которые я пела вместе с Аллой Пугачевой. В расческу? Естественно. Или в мамин дезодорант, лак для волос? Не было еще лаков, были расчески только. Екатерина, на каких музыкальных инструментах вы играете, спрашивает Ирина. Ну, основной мой инструмент — это фортепиано. Еще немножечко могу сыграть на аккордеоне и на белорусских цимбалах. Ух ты! Да, еще у меня дома есть варган и бубен. Вот бубен — это тот инструмент, который, скорее всего, подойдет мне. Я на нем сыграю великолепно любую мелодию. Дальше перехожу к вопросам. Где вы учились? У вас отличный голос, приятно слушать. Вопрос от нашей зрительницы и комплимент от нашей зрительницы Анны. Училась я сначала в музыкальной школе, причем школ я поменяла очень много. Потом в колледже, потом в институте культуры, потом в консерватории. Но вот именно специально петь я не училась нигде. Это были обычные уроки сольфеджио и хор. Очень много хора. Дальше вопросы. Какой ваш концерт был самым запоминающимся, спрашивает Антон. Самый запоминающийся концерт был в Петербурге. Это был концерт финалистов на конкурсе имени Петрова, где я получила свою первую лауреатскую награду в 2007 году. Награда это где-то до сих пор хранится в доме на почетном месте? Естественно, у меня дома целая коллекция наград, дипломов, я все храню обязательно. Дальше вопросы. Павел спрашивает, где можно ознакомиться с полным вашим репертуаром? Ну, естественно, все есть в соцсетях. У меня есть канал на Ютубе. У меня есть группа ВКонтакте, мы ее сейчас немножко модернизируем, обновляем. Есть аудио и видеозаписи, есть свой личный сайт, на котором есть полный перечень произведений. Потому что, в принципе, для народа все доступно. Все, что нужно послушать, это ВКонтакте, все, что нужно посмотреть, это на Ютубе. Отлично. Артур интересуется. Екатерина, какая музыка вас вдохновляет? А действительно. Вот знаете, как ни странно, я считаю себя академическим композитором, но вдохновляет меня музыка современная, электронная, например, группы Фантаграм, Модерат, вот такая музыка. В принципе, я бы сказала, я всеядна, я слушаю много и очень разного. Хорошо, ну а то, что предлагают современные радиостанции? Современные радиостанции, ну, допустим, если из русскоязычных, мне нравится Полина Гагарина. Мне нравятся песни Макса Фадеева и, в принципе, вот его проекты с разными группами. Вот. Ну, естественно, из наших белорусских, наверное, Григорий Колдун. У него очень красивые лирические песни. Давайте послушаем. У нас есть телефонный звонок. Узнаем, кто к нам дозвонился. Алло, здравствуйте. Добрый вам вечер. Алло. Алло. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Откуда вы к нам дозвонились? Алло, вас очень плохо слышно. Я вас слышу прекрасно. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Откуда вы? Из какого города? Меня зовут Наталья. Очень приятно. Саша. Откуда вы? Мне очень приятно.
Наталья, ну, я так понимаю, что да. Вы звоните дать ваш вариант ответа на вопрос сегодняшнего эфира. Ну, давайте я попробую. Хотите еще раз посмотреть на фотографию внимательно? Да, если можно. Я попрошу нашего режиссера, дайте, пожалуйста, еще раз слайд в эфир. Посмотрите внимательно, где же располагаются, где эта улица, где этот дом, где располагаются эти здания в нашем прекрасном городе. И что же раньше в старину, в эпоху черно-белых фотографий, там располагалось? Если я не ошибаюсь, то это пересечение улицы Советской и Комсомольской. Так. Раньше, ну если я опять-таки не ошибаюсь, в этом здании на первом этаже был мебельный и продуктовый магазин. Ну там и вывеска «Мебель». Совершенно верно. Конечно. Ну а чуть позже там, я помню, еще был комиссионный магазин или, может быть, раньше. Ну, в принципе, это уже не имеет значения. Мы поздравляем. Это совершенно точный ответ. Эти здания сегодня прекрасно украшают наш город. Ну и на улице Советской, конечно, много визитных карточек, но вот эти вот вход на улицу Комсомольская, я думаю, что увидев однажды, не забудешь эту, ну просто открытку никогда. Так что этот пригласительный билет на экскурсию на двух человек в Музей истории города Гомеля достается именно вам. Оставьте ваши контакты нашему редактору на телефоне, и вам расскажут, где и как вы заберете ваш пригласительный билет. Екатерина, а ведь ты еще и для путешествия время находишь? Конечно, нахожу. И насколько мне известно, насколько я посмотрел и твои соцсети, и некоторые твои сайты, фотографии с путешествий достаточно много. Ну, я хочу еще больше. Мне кажется, что мало. Ну, а путешествия начались с тех пор, что отец военный, пришлось очень много переезжать, или? Да, да. Ну, я пыталась посчитать. На сегодняшний день я сменила, ну, не меньше, чем 12 мест жительства. Вот. И свое детство я провела в Германии. И, наверное, это было самое мое первое путешествие. Ну и, в принципе, путешествовать — это всегда интересно. Можно узнавать историю других городов, архитектурой любоваться, узнавать культуру других народов, ну, вдохновляться. Ну, хорошо. А одна из мечт поплавать с китами осуществилась или все-таки остается по-прежнему мечтой? Пока что мечта остается мечтой. А почему именно киты? Потому что они самые большие и самые добрые. Ну, я всегда считал, что слоны и бегемоты добрые, но на деле оказалось это совершенно не так, и поэтому я вот на бегемотов, несмотря на то, что они очень милые, я лучше на них посмотрю издалека. Почему не дельфины, а именно киты? Ну, просто дельфинов я уже видела и плавала с ними, а киты далеко. Вот, и, ну, я смотрела много роликов про китов. И про путешествия, допустим, в Ирландию или в Африку. Вот, и специальные существуют туры, где можно на кораблике поплыть именно в те места, где есть кашалоты или киты. Это прям туристические зоны есть специальные. Ну, я знаю, что морская тема коснулась и твоего творчества. Однажды у тебя в репертуаре появилась композиция, которая называется «Пиратский блюз». Расскажи немного о ней. Первоначально песня называлась по-другому. Она называлась «Мой друг». И очень долго эта песня гуляет по интернету, я бы так сказала. Ее поют сейчас в разных странах. Ну, если про историю создания, в этой песне три куплета, но изначально было два. Третий куплет мне помогла сочинить моя мама. Мама, если видишь меня, привет. Вот. И эту песню я отдала исполнительнице, ее зовут Вероника Чернявская. Она с этой песней поехала на конкурс вокалистов в Берлин и взяла там первое место призовое. На мой взгляд, это лучшее исполнение на сегодняшний день, хотя очень много детей поют эту песню. Она, в принципе, универсальная и для взрослых, и для детей. Но она была написана именно в то время, когда был очень популярен фильм
«Пираты Карибского моря». Угу. Поэтому очень хорошо она воспринята была. Я думаю, что также хорошо воспримут и наши зрители. Давайте посмотрим фрагмент одного из выступлений, а после продолжим наш вечерний разговор. К лучшему другу с бочонком вина, и будем сидеть до утра. Скормим акулам соленых медуз, сыграем с пиратами блюз. Прекрасная композиция, прекрасное исполнение. Это та девочка, про которую ты рассказывала? Да, это та самая Вероника. Хорошо, ты сказала, что песня сейчас гуляет по сети, по интернету. Много ли вариантов ее уже тебе, как автору, композитору, родительнице этой песни удалось услышать? Да, очень много вариантов. Звучала она даже на «Поле чудес». И звучала она в Украине на каком-то детском конкурсе, к сожалению, сейчас название не вспомню. И в Петербурге ее дети тоже поют. В основном ее берут, конечно, на детские конкурсы, потому что песня яркая, выигрышная, и под нее легко придумать костюм. Ну а хотя бы те, кто поет, знают, кто автор, откуда эта песня родом? Или... Песня была сочинена, когда я еще была под своей первой девичьей фамилией, поэтому... На многих сайтах можно видеть надпись, что автор Екатерина Поранина. Это тоже я. Вот. Ну, в принципе, ну, люди поют, им нравится, слава богу. Я не против. Ну, действительно, песня популярная и гуляет по свету. А ведь у тебя друзей в разных странах тоже полным-полно. Это все благодаря путешествиям? Это все благодаря музыкальным путешествиям, я бы так сказала. Много друзей у меня появляется, когда я езжу на какие-нибудь фестивали, конкурсы. В основном у меня получается совмещать творчество с путешествиями. То есть я не еду просто отдыхать. Я еду отдыхать туда, где проводится фестиваль. Или еду туда, где проводится какой-то интересный концерт. Или где выступает какой-то интересный для меня исполнитель. Либо это мастер-классы, форумы, семинары. Ну, оно само так складывается. А вот ты знаешь, мы весь вечер говорим про творчество, периодически касаемся каких-то бытовых моментов. Вот раскрыли твою мечту. Про китов, покататься, поплавать с китами. Но я знаю, есть у тебя еще одна маленькая душевная, ну, я даже не скажу, что тайна, но вот какой-то, вы знаешь, у каждого человека есть такое вот свое родное, вот то, что принадлежит только ему. Я уже боюсь, что вы скажете. Вот у тебя это имбирное печенье. Расскажи, что за история такая с имбирным печеньем? В моем детстве, когда мы жили еще в Германии, мама покупала все время какое-то печенье, имбирное печенье, я уже сейчас это поняла. И для меня это было связано всегда вот именно вкус и запах детства. И когда я очередной раз поехала в путешествие, попала в Германию, в свой родной город, там, где мы раньше жили, я нашла это печенье совершенно случайно. Естественно, я набрала несколько коробок, привезла домой. Не знаю, наверное, у каждого человека есть какие-то такие воспоминания из детства, приятные, теплые. Ну, например, как имбирное печенье. Это великолепно и замечательно. Сама-то освоила, раскрыла секрет, рецепт этого печенья? Или, возможно, изобрела свой? Ну, свой рецепт я не изобрела.
Но иногда делаю печенье домашнее, да, очень вкусно получается. Вот пообещаю, что в следующий раз, когда состоится встреча, одним из добрых вечеров у нас здесь в студии, мы обязательно продегустируем его. Обещаю, обязательно. Окей, отлично. Катюш, к сожалению, к большому, а может быть и к счастью, что следующая встреча, ну как бы уже ближе и ближе мы к ней будем подходить, но этот вечер должен когда-то завершиться. Без вопроса о твоих творческих планах я тебя отпустить просто не смогу. Делись. Весна пришла, скоро все будет распускаться, лето впереди. И, наверное, планов тоже очень-очень много у тебя, как у композитора, у творческой личности. Да, конечно, планы есть. Причем планы творческие, я бы сказала, даже там в широком смысле. У меня запланировано сочинение нескольких крупных сочинений для симфонического оркестра. Сейчас еще у меня идет параллельная работа с издательством. Я издаю свои учебные пособия. Не только музыку, которую я сочиняю, я издаю, но также для учеников что-то делаю. Ну и, конечно, сотрудничество с интересными людьми. Например, мы сейчас планируем с несколькими вокалистками записывать новый альбом. Это будут именно песни современные, эстрадные. Может, когда-нибудь прозвучат на радио, на телевидении. Безусловно, они прозвучат. Я думаю, что одна из премьер состоится в обозримом будущем в этой студии, в студии программы «Добрый вечер». Я хочу тебе сказать огромное спасибо за эту беседу, за знакомство и с твоим творчеством, и с тем, что рассказала мне, как создается музыка. Я, конечно, ничего не понял. Приходите, я вас научу. Честно пытался разобраться в этой сложной... Это математика, по большому счету. Математика. А я-то думал, это творчество. Это математика и чуть-чуть творчество. Все-таки хотелось бы завершить этот вечер на творческой, высокой, красивой, яркой ноте. Композиция «Птицы», которая завершится этот вечер. Расскажи буквально несколько слов. Ну, перелетные скоро перелетят. О чем твоя композиция? Эта песня была написана для конкурса «Еврофест», который проходил в Минске. Она прошла отборочный тур на детское Евровидение. Но, к сожалению, на тот момент мы не были готовы вот окончательно. Поэтому песня существует пока вот только в записи. И она... Не знаю, что сказать. Обычная песня. Для меня обычная песня, лирическая, вот... Буквально через несколько мгновений она прозвучит в этой студии и красиво завершит наш вечер. Всем же остальным напомню, что завтра будет новый вечер на телеканале «Беларусь-3». Безусловно, он будет добрым. Я же с вами прощаюсь. До встречи. Заходите в наш Инстаграм, заходите в наши социальные сети. Давайте будем писать друг другу, общаться. Екатерина Левченко, наша сегодняшняя гостья, завершает наш эфир композицией «Птицы». Всем удачи и до встречи.